января 2016 года, и надо определенно что-то менять в этой жизни. Сегодняшний день был исключительно в домашней обстановке. Мы ничего не делали, кроме как валялись на диване и смотрели. Мы все-таки еще йогой позанималась. А вечер решили провести на коньках, поэтому сейчас едем в Грин покататься. Потопали. Здравствуй, молодой папа. Решили посмотреть, что у нас идет в кино. В Мегагрине полный аншлаг, билетов нет ни в кинотеатр, а каточек только будет 7, поэтому мы решили прогуляться в Рио. Посмотрим, что там будет. То чувство, когда у тебя еще нет машины и приходится возить свою девушку на троллейбусе. И нормального парня, да? Девятый ряд, третье, четвертое место. Решили зайти попить вкусного кофе. Мороженое, молочный коктейль, минус 15 градусов. Только что из кинотеатра после просмотра фильма «Самый лучший день». Ощущения двоякие, я бы сказал. Минусы. 90% сцен это либо пьяные ребята, вокруг алкоголь и какая-то пошлятина. Да, Настюха говорит, вакханалия. Из плюсов я бы сказал то, что, ну, во-первых, есть сцены, где такое интерактивное участие со зрителями. Мне, допустим, это порадовало. Ребята, было достаточно прикольно. Ну и в целом позитивный конец. Ну позитивный конец. Все женятся, все целуются и отказываются от алкоголя. Но очень двоякое ощущение. Второй раз бы я не пошел точно.